как были, если плывем. Такие вот тут серпантины. Не дай бог, как мы их убьем. Очень горячий, поэтому сейчас у Олега будет нормально. Ну вот, туда бежали, обратно. Обратно можно идти, говорит. Спокойно, посмотрим, до конца дойдет или нет. Подбежал чуть-чуть. Вот так. Не вытащит водоплавающие из воды. Даже предложение съесть арбуз, и то так, наверное, единственное, что ее может вытащить оттуда. Можно было пройти по нормальной дороге. А мы пошли вдоль забора зачем-то. Так всегда бывает, когда впереди идет папа. Да. Потому что нас повел. Вон луна, мама твоя.
Пожалуйста. Нам тогда на подъезде залезть. На какое? На то, которое там подали. Ну что, пошли? Пошли. Нет, еще не пошли. Почему? Я лед топлю. Растопишь, когда пойдем. Будем гулять, он как раз растопится. Пошли. Я хочу пить. Потом попьешь, пошли. Чем быстрее мы закончим, хочешь, быстрее в машине, хочешь там пить, вода и есть. Не получишь. Только есть. Идет уже? Рано. Сиди в кухне. Что, вы говорите, недовольны, а ты что, довольны? Ну ты же для этого выбрала?